Уважаемые мои зрители, как и многие и немногие просили, один человек вроде, мне, я думаю, многие бы хотели это увидеть. Я решил сутки пофармить леденцы, конфеты. Братан, еще раз хочу сказать, что я играю на самом лучшем проекте, проекте GTA 5 RP. Если ты хочешь поиграть с нами, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры на экране в верхнем правом углу будет мой промокод. Как его ввести? Заходишь в игру, нажимаешь на F10, шестеренка, приглашение, вводишь сюда вот этот замечательный промокод, нажимаешь сохранить, заходишь в подарки, забираешь випку на 10 дней, 12 500 долларов будет капать тебе до 5 уровня, а также X2 опыт и випочка. И ты станешь самым богатым человеком в нашем штате. Я играю на сервере Strawberry, залетай к нам на день блата в РМ. Братан, не забудь, пожалуйста, поставить лайкосик, написать свой комментарий, подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы приходило уведомление. И в закрепе в комментариях будет мой телеграм-канал, подписывайся, чтобы не теряться. Так как у нас утро и народу мало, но мне кажется, фармилы все равно там присутствуют. С Дальнего Востока, с Сибири. В основном в такое время плюс 4, плюс 7, плюс 6 там заходят в игру, плюс 2. У кого уже время более-менее. Это только отчаянные заходят в 7 утра по московскому времени. Так, самые сложные это у нас вождение. Должны подтянуться. Оба. Плюс 70. О, пойдем сразу выполним этого Гарри Поттера. Гарри Поттера. Так, где я стою? Вон он, я стою, да? Сдох. 25 конфет. Оп, плюс 25. Ну, короче, геморрой. В этом случае я просто... Так, давай, улетай. Да беги, беги, сука. Конечно, блядь. Ну, плюс 25, плюс 10 конфет. А чё за прикол? Плюс 25, 10. Так, ну и... Какое у нас еще задание? Галактика. 5 минут минус жизни, но... Ну, 5 минут я не буду это снимать. За галактику 25. Так, чё я маньяка сделал, карты погадал, галактику сделал, Гарри Поттера отыграл, гробовозку отъездил, а теперь остался детектив. Да, и на костер надо будет съездить. Потом надо поставить таймер по последнему заданию. Вообще, наверное, ну, на данный момент
Я сделал все задания в это время. И это... А ну потому что воскресенье, да? Народ более-менее в игре. 364 человека. Так, ну все. Великий сыщик приехал. Сейчас пойдем искать 6 предметов. Стас валяется. Так, Стасика нашли. Это скальпель должен лежать. Молочный зуб. Так. Это нету. Документов. А вот молочный зуб выпал. Скальпеля тут нету. Документов поддельных. Руханы. Так, здесь этой. Как она? Зубочистки. Стяжки. Так, патрон. Так, наверх пойдем. Так, следов нету. Так, сразу туда зайдем, посмотрим, у кого тут. Ничего нету. Так, тут у нас ванная. Так, вон еще один карифан валяется. Так, и шестой предмет. Документы. Все. Поехали. Сдаваться. Поехали сдаваться. И, кстати, каждый час еще по 20 конфет. И за это мы получаем 25 конфет. Так, поехали на костер. Ну все. Получается 12-12. 3 часа КД. Ну это по моему времени. Так-то 8-12. Я беру. Так, таймер. 3 часа. Дуэль я проиграл. Как бы мог бы на 25 больше получить. И получается маньяка тоже там. Ну, одного я слотошил. Второго не получилось. 230 штук. Чё? У меня есть еще 2 персонажа. Поехали делать. Второй персонаж. Сейчас быстренько сразу же самые легкие задания сделаю. Пойду к гадалке. Там к гадалке не ходи, там народу всегда до хрена. Ну проснись ты, Сереж, блять, идиот. Так, что тут еще по легкому? А, Гарри Поттер. Гарри Поттер. Бежим, 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 бежим. Успели. Слабовато. Очень слабовато, блять. 37 конфет всего лишь. Так, ладно, пойдем Гарри Поттера делать. Ха-ха-ха-ха. Четко я его нахуй урыл. Изи, короче. Плюс. Сколько я уже налутал? Фу, 182 штуки. Так, чё, куда погнали? А, галактику пойдем делать. Эти все X2 на работу пытаются словить. Эх, бедолаги. Естественно, я не буду ее показывать. Это 5 минут. Плюс 25. Вроде все выполнил. Еще осталось выполнить детектива. А, да, и на костер сгонять. Но ориентироваться буду все равно по основному персонажу, по времени. Итого уже 207. И это неплохо. Причем, а ну, я в принципе в маньяке выиграл нормально. Так, да, поиск улик, поехали. Самое муторное, я не люблю выполнять маньяка и на этих машинах ездить. И остальное, ну и галактика это 5-минутная. Как бы 5 минут не так уж и много, но все равно. И, кстати, на все про все ушло 34 минуты на выполнение всех заданий. Ну вот то, что сейчас я
Так, Стасика нашел. Я поедем заберем твои конфетки и поедем на костер. Итого я залутал 257. Нормально. Все, едем на базу, на кладбище. Так, первого напуканили. Все, неужели? Все, залутали 35 леденцов. Так, пойдем сделаем быстренько карты. Приму во владение солидар. Ну, 25 конфет есть. Оп, защита, оп, попал. Оп. Что-то он не успел, что ли. Защита. Оп, попал. Защита. Попал. Изи. Плюс 50. Легчайшие, как там говорят. Ну, здесь, само собой, мы получим 25 штук. Так, плюс 25 конфет. Итого уже 208. О, бля, нихуя себе, блядь. А вот это там. А, одинаковые типа. Да, 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 пиздец, блядь. Вспомни про Стасика, блядь. Вот он. Вот он и появился. Так, пойдем. Посмотрим, что там. Стасик делает, чем занимается. Так. Сразу в эту комнатку. Что там, Стаса на шкафу нету? Так, о, он спит, лежит. Понятно. Так, что там дальше? Так, патрон. И документы. Все равно 40 минут, 30-40 минут уходит на выполнение задания. Так, поехали сдаваться и поехали на костер. Так, ну что тут у нас? 268 штук. Все, часик можно отдохнуть. Часик. Начинаем дальше. Процесс лутания. Конфеток. Поддержи этот видеоролик лайком, ведь следующее буду я снимать после вот этого ролика. Думаю, вам будет очень интересно и познавательно. И я надеюсь, все ко мне подключатся, все вместе будем этим заниматься. Ну, короче, все, погнали фармить. Для вас это будет быстро, а для меня это будет весь день. Ну, не весь день, а насколько меня хватит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Final round.
что, мои уважаемые зрители, закончился марафон суточного фарма леденцов. Почти 1391, ну через 15 минут будет, грубо говоря, 1400, давайте округлим, 1400, идем к следующему. Так, на основе у меня 1823 суммарно, это где-то 1450 у меня вышло, как подсчитывал. На данный момент уже 2840. Идем смотреть на последнем, третьем персонаже. Нафармить мне удалось 1458 штук. В общем, 4299. Как-то так, братва. Хочу вам сказать, стремитесь к своей цели, все в ваших руках. Не нужно опускать руки, говорить, что там, вот, мне не получается. У меня тоже не получалось, но я же сделал, постарался. Для вас сделал видеоролик. Хочу вас попросить, чтобы вы прожали лайк, написали свой комментарий. Подпишись на канал. Кстати, братва, в закрепе в комментариях будет мой Twitch канал. Если наберется 1000 подписчиков, я буду стримить там. Все в ваших руках. Как бы, ну, тот, кто желает меня смотреть на трансляциях, пожалуйста. И не забывайте, что мы играем на самом лучшем проекте GTA 5 RP. Промокод вы увидите в правом верхнем углу. Вводите его, и вы будете самыми богатыми. В нашем штате я играю на сервере Strafbar. Залетай, будем играть вместе. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.